В нашем доме выключили свет. В нашем доме выключили свет, отключили также и тепло. Все банально, типовой сюжет. Рядом дочь, все лишнее ушло. Растворились в небытии соблазны, телевизоры, селфоны, интернеты. Все, что возбуждало нас напрасно и назойливо дававшие советы, улетучилось, оставив просто вечер, трогательный час двум поколениям. Пусть сегодня будем мы беспечны в пролонгации прекрасного мгновения. Через контакты нам неспосланного сверху, разведенные по чьей-то доброй воле, сбой подстанции, и, видимо, помехи ожидают электрическое поле. Вся беседа наша — наблюдение, не полемика, простое любование. Я в глаза смотрю ребенку с наслаждением, на отца глазеет детское сознание. Не моргая, чуточку стесняясь, светятся два страждущие глаза, словно с будущим своим встречаюсь на краю его редчайшей фазы. В родственном пересечении взглядов, в месте встречи с царственной судьбою, что-то странное со мною рядом пробивает неожиданной слезою. Ручейками капли устремились по морщинам и улыбок руслу. Мы как будто только помолились, и накрыло нас мистическое чувство. Ведь в зрачках сейчас вселенная мерцает, словно космос спрятан под ее ресницы. Комнату как солнце освещает, на меня похожая девица. Вытянулись две кометы брови, и веснушки звездами мерцают, родинка у губ намеком крови. Подсознание мое ласкает. Стены перестали быть помехой, блики порождает глаз сияние, в потолках напоминает эхо сладко засыпающей дыхание. Дочь зевает, папу обнимая, гладя по ушам, скребет щетину, вздрагивая, снова засыпает, открывая мне первопричину отключения в нашем доме света. Понимать мы стали, чтобы кожей спать вдвоем, не торопя рассвета. Как нам повезло сегодня, Боже!